Привыкли видеть Льва Яшина в воротах «Динамо». 14 лет играл он за сборную страны. Был чемпионом СССР, Европы, Олимпийских игр. Играл. Был. И вот сегодня последний матч. Но рядом друзья, с которыми так много раз побеждал. Сегодня он защищает ворота сборной «Динамо» в поединке против сборной звезд мирового футбола. Владимир Пелигуй, ученик Яшина, не отходил от него перед матчем. Понимал ли он в эти минуты, как будет нелегко, когда первый вратарь мира уступит ему место? Мы привыкли к неожиданностям на полях спортивных сражений. Но сегодня журналисты со всех континентов съехались в Москву не ради этого. В последний раз лучшие футболисты мира играют в честь испытанного бойца, отдавшего любимому делу все, на что он был способен. Свое мастерство, свою энергию, волю, свое сердце. Из 12 стран Европы и Южной Америки приехали на этот матч выдающиеся мастера футбола. «Он настоящий парень и первый вратарь мира», сказала Яшине знаменитый Бобби Чарльтон. Несколько лет назад Льва Яшина избрали капитаном сборной команды мира. Теперь им будет Бобби Чарльтон. Динамовцы атакуют. Каждый в этом матче в честь Яшина старался сыграть как можно лучше. А что же гости? Вот комбинация Джоркеф-Чарльтон. Не поняли друг друга. Нет, Динамо не соперник звездам. Так думали многие. Но Яшин каждый раз своей четкой игрой, своим точным маневром, посылал динамовцев в новую атаку. И вот он, первый гол. Молодец, Хмельницкий. Яшин знал, сейчас придется нелегко. Особенно опасны Чарльтон и Мюллер. Мяч у динамовца Иосифа Сабо. Вот это удар.
Яшин понимал, приближаются минуты, когда все мастерство понадобится ему, чтобы уберечь свои ворота от гола. Бьет Мюллер. Чарльтон. Посмотрите еще раз. Этот эпизод невольно напомнил о прошлом, совсем недалеком. О бесстрашных выходах Яшина из ворот. Его умении руководить защитой. Точным вводом мяча начинать атаку. Ни один вратарь не обладал таким, как он, чувством позиции, сказал как-то Яшине Алексей Хомич, его учитель. Посмотрите, в матче СССР-Италия Мацола бьет 11-метровый. А это кадры матча в честь столетия английского футбола. Яшин защищает ворота сборной мира. Он единственный советский спортсмен, награжденный золотым мячом лучшего футболиста Европы. В своем последнем матче первый вратарь мира играл как всегда. Это случилось во втором тайме на 50-й минуте. Лев Яшин покинул ворота. Украсили матч вспышками яростных атак. И вот венгер Мессей забивает ответный гол. Чарльтон подает угловой. Болгарин Жеков сравнивает счет. Так закончился этот незабываемый матч. Ему было 16, когда за труд у станка во время войны он был награжден первой медалью. Сегодня коммунист Лев Иванович Яшин, кавалер ордена Ленина, награжден орденом Трудового Красного Знамени. Яшин остается в футболе как учитель. Ворота «Динамо» встанут его ученики. В трудные минуты он поможет им поверить в свои силы. Пройдут годы, и болельщики с гордостью будут вспоминать футбол наших дней, когда в воротах стоял Лев Яшин.